Что география – это приговор. И в отношении истории России древнего периода этот приговор заключался в том, что мы находились на границе степи, и все нашествия, которые оттуда шли, они обязательно наталкивались на Россию. У нас были постоянные войны с кочевниками. Мы этот период пережили. Многие из тех наших стародавних противников стали частью нас, и мы мирно столетиями живем. Поэтому в покое нас никто никогда не оставит. Сегодня наша география, наш приговор – это нахождение между Европой и Китаем. Соответственно, Соединенным Штатам Америки очень выгодно устроить войну на евразийском пространстве, то есть где-то у нас, для того, чтобы нанести удары и по нам, и по Европе, и по Китаю одновременно. Но что касается будущего, я уверен, что у России великое будущее. Ничего у наших геополитических противников не получится, ровно так же, как не получалось до этого.